Прямому ефірі студія «Репортер». Вітаю. День виборів на телеканалі «Репортер». Я Віталій Прямій. Радий вітати аудиторію. Говоримо і про вибори, говоримо те, що дозволяє нам законодавство, але й говоримо про те, що навколо виборів. Зокрема, я пропоную спочатку нам проговорити економічні питання, дуже важливі. Якою буде Одещина, якими взагалі будуть регіони після нового розподілу, економіка, як буде розвиватися в цих регіонах. Доктор економічних наук Сергій Кубовський, говоримо про це з нашим експертом. Радий вітати, Сергій Олексійович. Добрий день. Загальна наша тематика – економіка виборів. Давайте спочатку про це. Ну, завжди є і політичні сили, і групи людей, які кажуть, ось, вибори не на часі. Ну, зараз там пандемія, зараз там щось інше. Хтось там казав, можливо, що потрібно переносити вибори. А вибори на часі? Економічний стан країни дозволяє проводити повноцінну кампанію? Добрий день. Ну, я думаю, що якраз мало хто сумнівався в тому, що прийдуть вибори, тому що Зеленський, коли ще був кандидатом в президенти, він определену програму предложил общее развитие страны. И вот ключевым моментом это была земельная реформа, это снятие мораторий на куплю-продажу земли, что, в общем-то, как раз благодаря пандемии удалось сделать достаточно безболезненно для президента в марте 2020 года. Поэтому он выполнил первое обещание. Теперь, в общем-то, второе – дать бизнес-элитам возможность получить власть в регионах с тем, чтобы с лета 2021 года официально значительную часть своих финансовых ресурсов перевести в землю. Поэтому здесь выборы были просто необходимы для того, чтобы те, у кого есть деньги, смогли получить контроль над властью в регионах. Поэтому, наверное, вы обратили внимание на то, что сколько людей, которых мы там в Одессе не видели, не слышали, приехали, балотуются. Партии, да. Не называемо. Так. Они же как партии не имеют значения. Это как бы названия могут быть разные. Одни и те же люди были в одной партии, потом в другой. Поэтому, Ну вот они идут, потому что, в общем-то, для президента, по большому счету, все равно, кто получит власть, какая партия. Единственное, что, конечно, многое вот, в судьбе президента зависит от того, сколько процентов голосов получит партия, с которой он связан, потому что если это будет серьезный провал, то тогда внимание на него будут обращать еще в меньшей степени. Вот вы, наверное, заметили, что вот, например, та же борьба с коронавирусом, если весной мы слышали там президента, премьер-министра, то сейчас вся полнота власти передана в регионы, поэтому здесь решается даже до выборов в регионах. Но после выборов, конечно, когда власть частично, где-то, может быть, в большей степени поменяется, то те элиты, которые ее захватят, они будут мало внимания обращать на Киев, потому что, я думаю, тут уже процесс продажи земли, он запущен, и вряд ли кому-то удастся не через Конституционный суд, не через другой приостановить этот процесс. Богатые в Украине в этом заинтересованы, но бедные они получат выборы, потом что-то еще получат. А під час виборів ми говоримо також про те, що відбувається такий собі міні-референдум, лайт-версія, як я називаю, коли президент намагається спілкуватися з народом. Ну, президент спілкується з народом, а народ з ним – ні. Через 5 питань. Причому ці 5 питань, цей опросник від пана Гаранта, він виготовлений не за бюджетний кошт. Це теж гроші, це теж економіка процесу виборчого, але за кошти якихось добрих людей, теж пов'язаних з партією влади. Наскільки це нормально чи правильно? Ну, президент, він може все, що завгодно робити, але все ж таки. Ми вважаємо для президента, для парламента, люди вивели $22 мільярди. Опять-таки, реакції президента ніякої. Тобто, раз це люди вважаємо, то і президент їх вважає, і всі остальні силові структури. Тобто, ми бачимо тут, що президент ніяк не впливає, навіть на словах боїться там сказати якесь нехороше слово в адрес тих, хто мільйони гектарів забрав, в тому числі
числе при нем. Ну и вот вывел уже при нем, опять-таки, 3 года, это значит, и при нем тоже последний год выводили деньги, причем это 22 миллиарда долларов. Причем говорит руководитель налоговой службы Украины. Да, то есть это как бы, вот такие цифры. Поэтому спонсоров для таких пиар-акций президента найдется, и он может, в принципе, раз в 3 месяца проводить такие опросы и приезжать по городам, ездить. То есть тут желающих его, в общем-то, поддержать не только с его партии, будет очень много. Но тут, знаете, что очень важно? Мы говорим о последствиях выборов, чтобы все-таки результаты и подсчет голосов был мирный. Вот что может этот сценарий перечеркнуть, если вдруг вот в каких-то регионах начнутся вот противостояния между вот так называемыми политическими партиями, да? Но я думаю, что, скорее всего, какой-то уже компромисс найден, там, кому сколько, ну, больше, меньше. Как-то. Ну, все равно 5 миллионов еще земли осталось, гектаров, да, то есть хватит, и, то есть тут, я думаю, что пока еще на несколько лет хватит земли для того, чтобы ее делить, без особых войн между теми, кто ее будет контролировать. Контролировал и будет контролировать. Мы спілкуємось, ну, принаймні, перший ефір наш прямий виходить під час голосування. Люди обирають там не тільки мера, не тільки депутатів обласну міську раду, але таке ноу-хау, котре ніхто теж так більш-менш розумно не пояснив створення районів. Зокрема, Одеський район теж обирають депутатів. Що це за одиниця, Сергію? Напевно, ви теж питалися знайти відповідь на це питання. Наскільки створення Одеського району створить, ну і інших районів, тому що у нас було більше 20, а стає менше 10, наскільки райони стануть спроможні теж фінансово, економічно, ну і, зокрема, Одеський район? Я тоже, конечно, был удивлен, что ввели это новость. Но опять-таки это для того, чтобы создать видимость каких-то там реформ, каких-то изменений. Да? Вот мы уже там поделили области на большие районы. Ну, Одесский, зокрема. Да, это... ну и Одесский, да, и звучит хорошо. Одесский район, да, Одесса, Одесский район. Великая любим... Одесса. Я да, да, Одесса, мы любим Одессу, да, и это имя, так что. Но, опять-таки, это нас не коснется никак, да. Вот как будут делить землю вот между этими районами, между там главой... Основа совета, да. И вот этими районами, я вот, честно говоря, эти нюансы не знаю, но оно и не имеет значения. Они как-то договорятся, опять-таки, раз президент это поддержал, раз перед началом голосования президент заявил, что теперь вся государственная земля перейдет в... под контроль местных органов власти, то там уже договоренность есть, и это будет касаться только земли. Касается образования, медицинского обслуживания, это ни на что не повлияет, хоть формально у нас это, там, если говорить там, о школьном образовании, о медицинском учреждении, финансируется из городских бюджетов, но здесь изменений не будет. А вот земля, да, кто как будет ее распределять, там, особенно, знаете, как дорогу где построить, профинансировать. Это такие важные моменты. Вот ради этого люди сейчас идут, депутаты, и вот такая так называемая реформа по децентрализации, она реализуется. И именно поэтому вот президент особо никто не критикует, потому что местные элиты это устраивает, а если элита национальная, то у этой элиты есть представительство во многих регионах Украины, поэтому ну, никто не потеряет из богатых благодаря этой реформе. Кроме бедных, кроме крестьян, которых, да, вот просто вот эта земельная реформа, она вынудит продать за бесплатно их земельные паи, потому что сознательно ограничена конкуренция, сознательно ограничен приход реальных иностранных инвесторов только для своей местной власти. Вот поэтому такая борьба, и столько денег брошено, чтобы попасть и получить этот депутатский мандат. Так, ну, я погоджуюсь з вами, що місцеві органи влади, вони цілком вітаються наслідки децентралізації, збільшення бюджетів, але ж і попит збільшується, тобто ми з вами, маленькі українці, як казав один з колишніх президентів, мають запитати, ну, того ж мера, того ж голову ОТГ, тобто у тебе зараз бюджет 10-11 мільярдів гривень, я не буду показувати там, про якого мера я зараз говорю, але все ж таки, де результат? І так можуть спитати з кожного міського голови, з кожного голови ОТГ, які завдяки тому, що ну, були якісь там позитивні реформи останні роки з точки зору надання повноважень і грошей в регіони, де результат? Ну, я там бачу там майданчик дитячий, якісь там парки, але ж 10 мільярдів, панове. Да, я думаю, что
привлечением кредитных ресурсов там даже больше, чем 10 миллиардов получается, да? Спросить могут. Могут спросить, да, даже вот в открытую спросить, да, и получить ответ, как вы уже правильно сказали, какая-то там площадка, дороги делаются, да. Но вы понимаете, вот в чем вот главная ошибка президента, вот он вроде как формально говорит, вот я обращаюсь к людям, теперь, да, вот местные власти решают все, я тут выступаю, да. Но, понимаете, если бы закон был равен для всех, если бы за коррупцию, за воровство, при том же строительстве дорог, детских площадок, и вот, трате этих 10-12 миллиардов гривен, если бы правоохранительные органы, которые контролируют с президентом, потому что он предлагает главу службы безопасности Украины, генерального прокурора, да, вот эти структуры должны контролировать законность деятельности любого мэра. Знаете, это меня поражает, вот очень такая красивая, креативная реклама там от правящей партии. Они очень много обещают сделать. Но вопрос, а почему вот до этого, вот, используя все силовые структуры, вы вот не прекратили безобразие, да? Понимаете, если центр не будет реагировать на нарушения на местах, то у простого украинца не будет возможности. Понимаете, да, можно спросить, можно даже какой-то пикет, и люди часто вот выступают против, там какие-то пикеты. Но, учитывая, что сейчас все-таки ситуация в Украине, как и в других странах, она немного поменялась, и голос простого украинца, он вот, может быть услышан в вашей передаче, да, но вот если весь так эфир взять, общеукраинские, социальные сети, где тоже не всегда объективная информация подается, то вот голос простого честного украинца, он вот вряд ли будет услышан всеми украинцами, всеми одесситами, поэтому спросить можно, но без честно правоохранительная система, без посадки тех людей, которые, вот я уже сегодня говорил, 22 миллиарда долларов вывезли. Вот и все. Уважаемые люди. Если уважаемые люди будут вывозить миллиарды долларов из Украины, то вот мы вот задали вопрос президенту, будем считать, в вашем прямом эфире, да. Вот как так получается, вы президент украинцев, да, 22 миллиарда. Уважаемые люди вывезли из страны за 3 года, где там какие-то вот действия против них. Вот послушаем. Его ответ отреагирует, он наверняка же, он репортер. Смотрит, он же інтелігентний. Я впевнений в цьому, Сергій, я впевнений. Ну, ми будемо насамперед чекати все ж таки змін найближчим часом після результатів виборів місцевих. Я б не недооцінював, як деякі наші співгромадяни, важливість місцевих виборів. Можливо, ще не всі зрозуміли, що все ж таки в регіонах, принаймні останні роки, місцеві політичні, не тільки політичні еліти, вирішують набагато, чим вони вирішували ще кілька там десятиріч. Будуть ще більше і більше і більше, да. Ну і на підтвердження наших слів ми бачимо, скільки там народних депутатів пішли балотуватися. Конечно. І готові скласти свій мандат і всі ці привілегії, там свою зарплатню і пільги і таке інше. Щось знають? Напевно, що знають. Це люди не глупі. Не можу сказати, що чесні, але не глупі, це точно. Дякую, Сергію. Як завжди, різко, конструктивно. Пропоную за кілька тижнів побачити, обсудити обов'язково, обговорити результати голосування і теж зробити прогноз з економічним ухилом. Можливо, є ще шанси на краще майбутнє. Дякую. Я надіюсь. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.